На календаре июль. Пока школьники наслаждаются летними каникулами, в учреждениях образования идет активная подготовка к новому учебному году. Проводятся текущие капитальные ремонты, приобретаются средства обучения, ученическая мебель. В Московском районе на базе 23-й школы в летние дни активно идет модернизация пищеблока. Это стратегически важный объект, находится под контролем администрации. Уже к сентябрю здесь появится современное кухонное оборудование и новая мебель в столовой. Чтобы дети встретили юбилейный для учреждения год в комфортных условиях. Нашей школе исполняется 40 лет. И за все эти годы это впервые будет произведен капитальный ремонт пищеблока нашей школьной столовой. Ну, поэтому к нам такое внимание. Это нам такой прямо замечательный вообще подарок от города будет предоставлен. И мы войдем 1 сентября в новую, совершенно новую, красивую столовую. Помимо апгрейда столовой делается и косметический ремонт. Освежается краска на стенах и потолках, окрашиваются полы, ремонтируется мебель, производится замена дверей, выполняется мелкий текущий ремонт. Ничего не остается без внимания. Выделяются бюджетные средства, а также используются средства, полученные от внебюджетной деятельности. Понятное дело, что столовая – это полностью за бюджет. За бюджет поставлены окна в библиотеке, какие-то средства за счет платных услуг, за счет прочих услуг, а это сбор металлолома, сбор макулатуры. У каждого свои насущные вопросы. Директор озабочен всем и вся, а вот у строителей свои задачи. Справиться не только с объемом работы, но сделать все в срок и качественно. Сложно не с объемом работы, немножко больше сложности в том, что это капитальный ремонт идет, то есть это не новое строительство, скажем так. То есть где-то и стены идут неровно, и имеется много нюансов, которые бывают не учтены проектом. То есть новое строительство гораздо проще. Мы стараемся, то есть где-то в продленку, где-то в выходные, чтобы это все компенсировать, всегда стараемся. То есть, чтобы все шло согласно календарного графика. Завершиться основные ремонтные работы в учреждениях образования должны к середине августа. Подготовку к новому учебному году оценит и проверит комиссия, ответственная за приемку школ и детских садов.